На юго-восточном побережье Великобритании вступила в строй крупнейшая в мире ветроэлектростанция. 175 ветряных мельниц были установлены прямо в море в 20 километрах от берега. Они смогут обеспечить электроэнергией по меньшей мере 500 000 домов. Грандиозный проект обошелся британской казне в 2 300 000 000 долларов. Государство сделало высокую ставку на порывы морского бриза с целью максимального сокращения выбросов углеводорода в атмосферу. Через 7 лет Великобритания достигнет экологически приемлемых норм выхлопов углекислого газа. Но уже сегодня она возглавляет список стран-производителей экологически чистой энергии.